Ну, собственно, добрый вечер, товарищи. Сейчас у них звук подрубится. Ну, собственно, добрый вечер, товарищи. Сейчас у них звук. О, пошел звук, отлично. Всем привет. Спрашивает настройки звука и так далее. Сейчас, как они настроятся, начнем переводить. Громче Буянова. Сейчас сделаем громче. Very quiet, eh? I think that's too loud. Сделал погромче пьяно. Check, check. We got a new mic, actually. Всем привет, пацаны. Все шатается. Тут все через жепу сделано. Все эти... Костыли. Костыли на костыле. Слышим, слышим. No, it's good. Yes, пойдет. А меня слышно. Ты лучше не лезь. Окей, guys. Hello. Всем привет. А вон камера, кстати. Камера есть. Надо снимать камеру. Hello, guys. Привет, welcome, ребята. Добро пожаловать на следующий эпизод. Не мешай. To another episode of Tarkov TV Live podcast. Подкаста Tarkov TV. Сегодня мы решили... Good, nice... chill stream. Провести такой налегке стрим сейчас. You will know like many information that you want. I have some leaks for you. У меня есть там немного ликов, но они такие. It's like something. It's not something big. Ничего супер серьезного. And we will just like the idea was to actually to answer your questions. Сама идея была этого стрима в том, чтобы ответить, поотвечать на вопросы. На которые мы собирали ранее на соцсетях. И у меня вот записано много всяких вопросов. Капец, я вообще ничего не вижу. Я не вижу чат. Он так далеко. Они поставили. Они в соседней комнате поставили вот это все. Я ни хрена этот чат не вижу. Я сижу, щурюсь, как вот этот Том и Джерри, вот этот шакальный. Да. I will switch to Russian, because that's перехожу на русский, the style of our podcast. Потому что, ну, вот такой вот у нас подкаст, такой стиль. Когда у меня не хватает выражений на английском языке, я буду переключаться на русский, и, ну, и вот такой вот будет стрим. So, also I have a pretty, pretty cool new hardware called Stream Deck. А еще у меня тут довольно крутое оборудование, называется Stream Deck. И я могу легко переключаться между камерами, потом переключаться на сам стрим игры, или там на рабочий стол переключаться. Pretty cool. А тот стрим завис, смотри. Вот что я буду? Вот. Пошли домой. Пошли домой. Ну, ладно, мы не пойдем домой. Шутка. Ладно, я перезагружаю страницу. Что? Ну все нормально, все нормально. Братан, давай еще сейчас заходи. Да заходи, что ты, блин? Трусы одень только. Трусы только одень. Трусы одень. Окей. Okay. So, это для русских, пацаны. Сегодня будем играть в игру. Называется Escape from Krakow. Многие спрашивают, о чем же эта игра? И мы довольно высоко забрались на Твиче, в Твич топ прорвались. Мы там где-то в топ-5 висим. Мне кажется, я видел, что мы там были на втором месте. И даже после того, как дропсы закончились. И мне кажется, это довольно круто, потому что очень многие люди играют сейчас в игру. И это приводит к тому, что у нас возникает много разных проблем с оборудованием. Там. There is an issue с есть проблемы с все еще есть проблемы с перегрузкой серверов.
For the last two weeks we just adding and reinforcing servers. И вот последние две недели мы добавляли новые сервера и усиливали имеющиеся. Without any malfunctions, I think. И вот последнее время у нас было несколько дней, пять, наверное, без всяких сбоев, и это довольно хороший результат для нас. A single day without any shit went. Это очень круто, что получилось у нас добиться того, что целый день прошел без единого падения. Фигню надо было поставить вот сюда, потому что я как бы говорю в камеру. Аудиоинжиниринг at its finest. Аудиоинжиниринг, так сказать, в своем лучшем виде. Он тебе камеру сюда поставит, потому что... Окей. So, what's the deal? Итак, в чем the deal суть? Is that the US, суть в том, что like, right now the region, регион США страдал больше всех от долгого матчинга, от лагов, загруженные часы. Особенно вот в районе 4 утра и там до 8 утра по московскому времени. Не могу перевести на американское время. И вот у них были проблемы с недостатком серверов. Потому что, ну вот, все серваки были забиты. И сейчас мы добавляем просто огромное количество серваков в США. Прям дюжины. И ситуация должна подняться. Ну, улучшится в ближайшие несколько дней. Все будет идти хорошо, все такое. Just hold on. I know, I like, так что просто держитесь, пацаны. Я вот сижу практически каждую ночь и слежу за состоянием серваков в Америке. Там на западе, на востоке США. Я вижу, что там просто нет свободных слотов на серваках. Они просто полностью забиты, и это, ну, не круто. Потому что в Америке очень много игроков, новых игроков хотят поиграть в игру. Я разделяю вашу боль, пацаны, я разделяю ваши страдания. Но, опять же, все будет пофикшено, добавляем новые серваки, и все будет круто. Может, ты умеешь читать вообще комментики? Говорят... Рахмет за сервера в Татарстане. Походу, единственное, что их волнует. Окей. Окей, guys. А на русском трансляция будет? People asking about Russian. Что там? Народ спрашивает насчет русской трансляции. А русской трансляции-то и нет, но меня тут как бы тоже нет. Yeah, we have... Трансляция переводится сейчас на русский язык. Вот там, в соседней комнате. Запыточный чувачок переводит. Так что где он врет, я выпыточный. Есть перевод. People asking about actual translation to Russian. Народ спрашивает насчет перевода на русский. We have ongoing Russian translation. Ну и там, да, идет, вот он перевод. Ты будешь играть? Переключаться? Харю мою снимать? Маленькую идет Харю. Сейчас я сделаю маленькую Харю. Чпин! Окей, actually I have a list of вообще у меня есть список вопросов, всяких тем, которые мы обсудим, ну и всяких вещей, которые я хотел вам сказать, пацанчики. Во-первых, я хочу сказать, что мой английский, ну, не идеален. Вот это все из-за моего спортивного костюма. Он типа делает меня более русским и менее человечным. Но я постараюсь, говорить так чисто, как возможно. Ну, типа, почему нет? Я буду переключаться все равно на русский, потому что могу. Сейчас мы работаем над патчем. Первым патчем, который будет доступен в ближайшее время. Мне кажется, на следующей неделе мы хотим... Да, мы хотим запустить его на следующей неделе. Ну, он в основном будет состоять из фиксов. Довольно хороших фиксов. Фиксы — это хорошо, вы знаете, да? Там не будет там особо никакого контента. Там будут чисто всякие фиксы, улучшение качества жизни игроков, всякое такое. Сразу после этого патча мы уже работаем над следующим, и в нем будут некоторые классные штуки. Например, там будет такая штука, фича, о которой я говорил на прошлом подкасте, называется система перевеса. И то, как перевес влияет на вашего персонажа.
There will be separate stream. We'll make this, мы проведем отдельный стрим, ну, так, такой же, как сейчас, на котором мы будем показывать этот стрим, и что там как работает, объяснять будем. Ну, и это довольно классная фича. Также мы хотим... Ну, не следующий патч, а вот тот, который будет сразу после него. И мы хотим... Мы активно тестируем процесс... модель производства работы и разработки, и мы хотим запускать патчи каждый месяц, выпускать новые патчи. Мы не хотим делать там большие патчи, которые будут занимать много времени. Мы лучше будем проводить, ну, выпускать много небольших обновлений. И вам, ребята, это будет круче, потому что вы сможете оценить все нововведения. Да, и получается, что все нововведения будут размазаны, как масло по хлебу. И у вас будет у игроков ощущение, что вот обновления выходят постоянно, и что постоянно есть что-то новое. И опять же, следующее обновление, ну, после ближайшего, в нем будет вот эта фича «Быстрое лечение». Это будет услуга терапевта. Там вы сможете быстро лечиться. Ну, там прям моментально лечиться. Также эта система будет нести в себе информацию о том, как вас убили. Короче, how was it? Вот мне нужен какой-то помощник. Сейчас звонят еще все. So the idea will have a detailed report about how. Да, в общем, суть в том, что там будет новая фича, вот эта с информацией о том, как в прошлом рейде тебя убили. Там какими патронами, каким калибром. Ну такой вот справка от врача, так скажем, от патологоанатом. Цены на это все будут связаны с уровнем лояльности терапевта. Также там будет много всяких вещей новых. Будут новая одежда. По-моему, там новые пушки будут, но я не уверен. Да, будут новые пушки. И возможно, может быть, будет гранатомет. Так что да, пацаны, гранатометы confirmed. В следующем контентном. А, ну все, да, слышал. Задержка 10 секунд 3. Так что да. Let it be like this. On the next, I think on the next podcast. Скорее всего, на следующем подкасте мы покажем вам систему перевеса. And I will tell you in detail расскажу. Чего вам ожидать вот в следующих обновлениях. Опять же, хочу еще раз уточнить, что тот патч, который выйдет на следующей неделе, будет чисто технический. Там в основном только фиксы будут. Там прям пачка фиксов, которые мы хотим выпустить вот до того, как... В России половина января — это, ну, нерабочие дни, поэтому мы отдыхали и не так много работали в январе. We will see. Ну, в общем, посмотрим. Так что вы посмотрите, что мы успели за это время сделать. Что у тебя происходит? Ничего. Зашел за дикого, никого нет. Как так может быть? Как он может зайти за дикого, никого нет? Сейчас же... Тишина. Онлайн же просто конский. Окей. Итак. Actually, I have pretty cool buttons ready. Еще у меня есть тут классные кнопочки на этом стримдеке. Я могу делать классные вещи, которые называются... Type in... Печатать в... Our Instagram. А, типа... Like EFT Instagram, so you should subscribe. Скинуть ссылку, наверное, на Инстаграм или что-то. This is a perfect opportunity. И также этот стрим — отличная возможность... Никита сам перевел. So this is my Instagram. I'll post some unrelated or related to work shit.
Он будет, он скинул ссылку на его Инстаграм, в котором он выкладывает фоточки, которые напрямую не связаны с процессом разработки и с работой. Вот, и там всякие шняги из его жизни. Для меня следующая фича, самая важная, которая будет в этом году, это кастомизация броников, ну, бронеразгрузок и все остальное. И она будет такая огромная, такая сложная в плане производства, что прям вообще пипец. И она будет очень инновационная и прямо-таки сногсшибательная. Я хочу, передать само ощущение кастомизации разгрузок так, как оно есть в реальной жизни. То есть, например, прямо сейчас я собираю себе в VRL, ну, в жизни свою разгрузку, и я хочу передать вот это ощущение. Передать все эти технические моменты и аспекты так реалистично, как это возможно. Вы сможете кастомизировать подсумки на разгрузке, менять плиты, менять расположение этих плит, например, если бронежилет позволяет там какие-то боковые пластины ставить или еще что-то. Также будет добавлено новое зонирование частей тела. Че, ты сдох уже, что ли? Я закончил. А, красава. Chest, backside, backplate, sides. Там будут боковые, грудные плиты, спинные плиты и все остальное. It's not possible to actually cover the places like the armpit. Например, невозможно там подмышечную часть закрыть от брони, ну, броней закрыть. И, то есть, если вам туда попадут, то пройдет без учета брони. Это, ну, будет классная фича, короче. Интересная будет. Давайте продолжать. Во-первых, я начну зачитывать вопросы из моих источников. Вот реально, я ни хрена не вижу этот чат. I can see the chat actually, because the monitor is too far away. Сними очки, окей. Сниму очки. Вау! It's so clear! Ой, как сразу стало хорошо видно. Where did you buy the tracksuit? Где купил костюм свой? Ребята, это Adidas. Like, в магазине Adidas. Like civilized world, like every во всем цивилизованном мире, в каждом. Every single. В каждом чем? Every single city. В каждом городе. Слово city. Every single city has the. В каждом городе есть магазины Adidas. Like original stores. Оригинальные магазины Adidas. Там Nike, Reebok и всякие такие. Right here in Russia, it's almost like здесь, в России, это, ну, своего рода барахолка. Ты можешь купить там штаны и всякое такое, обменять там на тушенку. Так что, да, довольно сложно достать в России такие штуки. Не, на самом деле, я шучу, конечно. Это, ну, обычный магазин цены. Shopping mall. Там, в торговом центре. Can you fix the lag? Somebody asking. Можешь починить лаг? He doing it with the like with the caps and I can. И он пишет это капсом, и я благодаря этому могу видеть текст. Can I fix the lag? Могу ли я пофиксить лаги? Вот сейчас прям. Да. Ну нажми на стрим деке, может пофиксить. Okay, I have a button. Вообще у меня есть кнопка тут на стрим деке, чтобы пофиксить лаги. Сейчас нажму. The legs, like fix the legs, fix the arms, fix the legs. Можно починить ноги и руки тоже тут же. Так, нажимаю. Нажимаю кнопку. Так, подождите, сейчас. Not that button. Нет, не та кнопка. Oops, not. Oh, no. Тоже не та. Так, нет, все еще нет, все еще не то, нет. Может быть, вот это? Нет, нет. Нет, это мой Инстаграм, вот черт. Вот эта кнопка. Вообще нет, чувак, я не знаю, у меня нет такой кнопки все-таки. Я не могу пофиксить лаги. Я просто говорил только что о том, что мы работаем над сетевой частью. Потому что вы, пацаны, побили просто все рекорды по онлайну. Потому что Escape from Tarkov разрабатывался как нишевая игра. Ну, с таким с умеренным количеством игроков. А сейчас...
А сейчас десятки тысяч игроков играют прямо сейчас. И это даже не выходные. Ну, выходные — это вообще просто ночной кошмар какой-то. Просто серваки постоянно перегружены. И это просто наши сердца разбивает. Мое сердце в частности. И для нас основной приоритет исправить вот эту ситуацию в лучшую сторону. Можете сказать, типа, почему бы тебе не купить каких-нибудь там амазонских серваков продвинутых или чем-нибудь такое? Потому что они пипец какие дорогие. И мы, ребята, ну мы... Ну, они, короче, пипец дорогие для нас. На данный момент они пипец дорогие. Но это может измениться в будущем. Если в игру будут играть миллионы игроков, то нам, конечно, понадобится такое решение. А с другой стороны, это также потребует от нас огромного количества работы, чтобы переработать всю архитектуру под эту систему. Я знаю, что многие из смотрящих стрим знают точно знают, как работает игра, как работает бэкэнд и все остальное. И я вот вам хочу сказать, хочу вас убедить, так сказать, что мы работаем в этом направлении. Мы работаем в направлении, чтобы сделать игру более стабильной. И так что расслабьтесь. Пойдите. Куда можно сходить людям? Парк? Go to park. Пойдите в парк. Or you can go to factory. Или там на завод сходите. Or you can make some research at the laboratory. So проводите там исследования в лаборатории. It's just a game, man. Просто relax. Расслабьтесь, это просто игра. Мылька, пацан играет? Это запись. А, знаешь, что прикол? Ты играешь, а я... А нету. Вот теперь есть. Ха-ха! Так я уже всех убил, блин. Чё такое вы пришли? Что, проблемы? Менты пришли? Что случилось? А, чат мне принял. This is like chat. Actually. Это чисто с чатом. То есть я до этого всех раскидывал, и никто этого не видел, да? Повышенница. Да, чё хотел сказать-то? А! Interesting fact. People use the records of this podcast. Люди используют записи этих подкастов и используют мои выражения, обрезают фразы и добавляют это во всякие фрагмувики, чтобы обогатить свои видосики. Чтобы, ну так, ощущения от этих видосов по Escape from Tarkov. И обычно они делают это... Например, когда в игре что-то очень херовое происходит, например, баг какой-нибудь или еще что-нибудь, и после этого момента они вставляют мое выражение, где что-нибудь типа игра в идеальном состоянии. И вот прям после какого-то жесткого бага они вот эту фразу вставляют, и я такой... Okay, now I have a you chat. In my palm. Итак, you know, так, the теперь like, чат наконец-то chat у меня в ладони, и я могу читать. Good, прогресс на лицо. Yeah. Отлично. Может слоу-мо врубить? Чё-то так всё быстро. How many people play the game? A lot. More Australian servers. Больше австралийских серваков. Да, австралийские серваки тоже планируются. Сейчас у нас 3 или 4 австралийских сервера. Мы добавим в 2 раза больше. Так что будет лучше. Когда босс на побережье? Он запланирован в следующих патчах. Есть шанс, что он будет вот во втором патче. Вот, который через один. Босса зовут Санитар. And actually, I told you about this. Ну, вообще, я про него рассказывал уже. Уносят в палату. Санитары уносят в палату. Ну, и еще в санитарах можно сиди купить. В общем, Никита, Волокита, Дурка, Бизон. Да, Дурка сейчас популярна. Чё по мерчу? Санитар, Монка, Шейк. Верните время на завод. А, да.
People ask about, люди спрашивают насчет времени. Времени рейдов. Raid durations. Ну, продолжительность рейда. Shortened. Сейчас они сокращены. Просто чтобы немного ускорить вот этот круг, ускорить игровую составляющую из-за того, что очень много людей сидят в лобби. Очереди по-английски по-другому можно сказать. Ну ты же не знаешь. Почему там, почему Дамирка не учит английский язык? Я ему говорю, учи английский язык, мало ли чё. А он китайский учит. Короче. Вы все поняли. So the short duration of raids. Ну, чтобы разгрузить матчинг. It's a temporary solution. It will be changed. Это временное решение, и после того, как мы усилим серверную составляющую игры, мы вернем время продолжительности рейда. Давай там решай всех, убивай. Дамирка, это дурак, дурак, ты чё, Билли, на выходе. Battle State Games, do you have thread? Battle State Games, у вас есть thread? Нет! На Reddit. Нет, у нас нет Reddit. Нет, вообще нет. Не гуглите, его нет, его не существует. Я пью очень много кофе, прям. Сегодня очень много кофе выпил. Так вообще-то нельзя, тут конфликтует шапка с кепкой. Emergency light sticks. Окей, okay, guys, you know what? Знаете что? Right now you, вот прям like сейчас вы... Ну вот народ в чате. У вас почти 7000 с чем-то там человек смотрит нас. Вы думаете... подумайте о самых таких классных вопросах, и я пройду через эти вопросы. Прямо сейчас не надо спрашивать, потому что чат сейчас летит слишком быстро и заполнен, и мне прям сложно читать. Сейчас я посмотрю вопросы там с Reddit, потому что я обожаю Reddit. Ну да. Ты любишь Reddit, Дамирка? Знаешь почему? Почему? Потому что я не знаю английский. А, да-да. А почему ты не знаешь английский? Потому что я оправдание. Ну так это не оправдание. Почему ты не можешь это? Да я татарин. Ну это, это классная отмаза, можно говорить на все. Окей. So итак, the first, like, the most voted question is, what самый about топовый вопрос про переработку оптиков. Браво, Хаммер, а much too big abstract the view. They should be smaller. Also, the sighted investing red dot optics are blurry and much more big. Like, говорят, что некоторые прицелы прям MOA, неправильные, like, неправильно настроены и все остальное. 5 MOA, yes, but not 30 MOA. Что там сетки прицелов неправильные, что они там на 30 угловых минут и все остальное, типа. So, итак, yes. Да, like, I can say you that the radicals, могу сказать, что размеры марок и сетки прицельные будут перерабатываться, потому что мы, у нас есть, у нас есть доступ к разным типам военной оптики, настоящих, там голографических прицелов, там коллиматорных и все остальное. И это не реплики, это прям настоящие, оригинальные прицелы. And, yes, и да, мы обнаружили, что некоторые прицелы у нас не совсем правильно представлены в игре, и это будет переработано. Мы переработаем это. Это также касается... How to say it in English. I don't know how to say it in English. Не знаю, как сказать по-английски. I know how to say it in English. Вот эта черная херня, когда ты смотришь, это луна. Не знаю, как сказать это по-английски. Все. Ну, кому он там переведет? Кому? Sold, yes, this... Ёпарасоте. This question will я be перевел. Addressed. And, эти вопросы, ну, будут also, обсуждаться, и изменения будут сделаны. ICAPS right now, it's pretty lame. They, like, do only worst in terms of... Наглазники сейчас не очень правильно у нас работают, и они там плохо влияют на фов, на все остальное, и они тоже будут перерабатываться еще. Мы думаем над тем, что можно сделать с наглазниками. Может, сделаем какую-нибудь штуку, что если ты пользуешься наглазником на прицел,
то он будет закрывать все, что ты можешь видеть. То есть будет закрывать весь экран. Мы и так нормально переведем. Блин, реально сложно говорить по-английски. Труба. Очень тяжело говорить по-английски. Вечером в пятницу. So, iCup will work, maybe iCup will work some kind of будут работать, наверное, как-то с точки зрения оптимизации, что ли. Они... то есть будет, может быть, оптика без picture-in-picture, то есть на весь экран прицел. Чисто черные углы и просто прицел на весь экран. Может быть, вот так будет. Not a question, but I want to see some VIP acolyte on the Steam audio in the game. Steam audio. Хочу лики Steam audio. Да, пацаны, вы на каждом подкасте спрашиваете про Steam audio, так же, как и про VIP. Да, мы начали работать над направлением Steam audio. And it's pretty like difficult. И это прям пипец сложно. Ну это не так, что мы нажали на кнопку и там галочку поставили и все. Нет, нам приходится действительно менять и добавлять новые типы аудиоколлизии и все остальное. И сейчас эта задача находится на стадии исследования. Мы не можем пока что еще показать ничего. Но как только что-то будет, как только что-то можно будет показать, мы покажем. Сачок, еще рано. Just time, чуть-чуть попозже. Just time, a little bit later. Just time, okay? Is there a plan fix for variable power scope sensitivity in the works? Есть планы по переработке... Есть планы по переработке чувствительности мыши в оптике, потому что не могу использовать ELCAN, потому что чувствую себя инвалидом из-за этого. Да, конечно. Эта задача также запланирована. И это вот одна из самых таких топ-приоритетных задач. На некоторых прицелах неправильно работает зум, то есть... Когда можно ожидать фикс, ну, приближения на некоторых прицелах? Это также связано с задачей по переработке всей оптики, о чем я только что говорил. Да, мы обнаружили, что некоторые прицелы не работают так, как должны работать в жизни. И мы обнаружили эту проблему только после того, как сами начали использовать эти прицелы. И это было не так, что «О, какой классный прицел! Такое классное приближение!» Нет, после того, как мы начали стрелять из оружия с этими прицелами и сравнивать разные, ну, разные там условия использования этих прицелов. Где ты теплак взял? Сам заработал на него? Окей. Next one. Steam Audio. Так, Steam Audio снова. Люди хотят Steam Audio. If you add the new mechanic, если вы добавите новую механику с кастомизацией брони и всего остального, что будет с текущей броней? И что если броня там сломана, нам придется покупать новый броник или как, или чинить? Changes, конечно, like, будут какие-то, ну, мы найдем like какие-то totally решения для этого. Но мы хотим сделать абсолютно реалистичный подход к этому. Отвечая на первый вопрос, мы хотим сохранить текущие бронежилеты, пока что сохранить. Старые будут в игре, просто чтобы оставить их как простое решение в плане брони. Но спустя какое-то время мы удалим старую броню, и на релизе точно у нас в игре будет только кастомизируемые элементы бронезащиты. И там будут разные типы платформ брони. И вы сможете собрать себе бронежилет вашей мечты. И будет классная фича. В системе будет типа разные подсумки. Много-много подсумков и все такое. И будут всякие декоративные штуки. Там химические источники света. Карабинчики.
По-русски это карабин. Он English like carbine and shit. Like different kind of, like a marker. You'll be able to будет возможность прицепить маркер на моле. You'll be able to actually make the whole vest with markers. И можно будет завесить весь свой бронежилет этими маркерами инфракрасными или химическим светом, и вы будете бегать словно там новогодняя ёлка. Is the open world still planned? А открытый мир все еще запланирован? Или ты изменил свое мнение на этот счет? No, we didn't change. Нет, мы не меняли свое мнение. Cool вообще, is, классная штука в том, что вот мы переехали же на 2018 Unity и думаем еще на 19 переехать, а потом переехать на 20-й. Знаете, что разработчики Unity сейчас они уже впереди планеты всей, они прям в будущем, они выпускают версии, которые вперед нас на 2 года. Мы сидим сейчас на Unity 5.6 или что-то такое, а они уже сделали Unity 2018, что-то там, что-то там. Вперед на 3 года, опережая текущее время. So this new engine, этот новый движок позволит нам сделать еще больше всяких штук, связанных с локациями. Мы считаем, что идея открытого мира довольно реалистична. Выполняемая. Я не говорил, что ее не будет. Она все еще запланирована. Да знаю, я знаю. Когда будет разрешение 1440 пикселей? Да, запланировано, не знаю когда, но будет. Больше инфо по броне уже обсуждаем. Мы расскажем еще раз. Сейчас мы можем вести стримы из офиса с мы ведем стримы прямо из офиса и можем показывать там некоторые новые фишки. И вот, когда у нас будет что показывать, мы будем показывать в отдельных стримах, на отдельных подкастах. Так что да. Buff for smokes. Что-то я на самом деле уже устал. Может, все, хватит домой уже. Могу уже просто. I need to rest a little, sorry. На, немного отдохнуть, пацаны, сорян. Они сейчас подумают, что я какой-то обдолбанный. Типа накурился. Я почитаю пока комментики. А ты давай, играй там. Ну. А как включать-то его? Можно начать рассказывать о том, как космические корабли бороздят просторы вселенной. Народ просит утечки. Сегодня там немного ликов. Будут концепты улиц Таркова. Есть планы... каких-то микротранзакций или чего-нибудь такого. Searching, like, destroy these people who do real life money trading. Of course not! Конечно, не будет. Конечно, не будет никаких. Звездочки нухнул. Ну да, звездочки. Walter Weapons. When dead Walter? Like, Walter PPK. Когда пушки от Вальтер будут? Хочу, Вальтер ППК, чтобы Дамир женился на мне. Подожди. А, я понял. Почините Бэром отдышку на второй озвучке. А, вам не нравится озвучка? Мне тоже не нравится. Ну, что поделать? Так вот, как такая ситуация в стране. You drunk with vodka, Никита? No, I'm actually not drunk. Чё, водки напился, Никита? Не, я просто кофе перепил. И сейчас... Hit me in the face, and I'm like... Сейчас последствия этого бьют меня прямо в лицо, и я такой... И мне нужно... Мне нужно переключиться как-то, переключить настроение.
Дамир. Нам нужен киллкам после рейда. Kill, guys asking about killcam. Народ спрашивает насчет киллкама. Нет, sorry. Не будет киллкама после рейда, сори. Ты как смирительную рубашку снял? Дамир, ты тебе вопрос задал. Как тебя вообще из тюрьмы выпустили? Ты сбежал? Ну вот это вот. Да вот это вот тюрьма, в которой мы сидели под Новый год, после Нового года. Да. Твичевая тюрьма. Договорились. Эй, слышь, братишка, такая дела есть тут. Merch store when? Merch store. Когда магазин мерча. Так, магазин мерча. Merch store is almost ready. Он почти готов. Вообще, Дамирка, он занимается этим вопросом. Он сам может рассказать, в идеальном английском может все рассказать. Мне кажется, что он две недели назад что-то был готов. Давай, где merch store? Merch store is being testing and it will be available really soon. Тестируется, будет доступен скоро. И вы сможете купить всякие специальные товары. Например, мои носки. Да, мои личные носки. Его носки тоже будут в продаже. You will be able to buy, также вы сможете купить хлеб с маслом и с сыром. И там also, закусочки всякие. Также вы сможете купить iPhone Дамирки. Очень дешево. Что-то там 5000 рублей. А ты вообще понимаешь, что я говорю? Не ну вот я давай. Я не слышу так половину. Угу. Also, some pants. Также там штанцы. Dirty pants. Ну, там грязные штанцы. The players, like... Ну, игроки... I will not continue this joke. Я не буду продолжать эту шутку. The violation of Twitch rules. А то это будет нарушением правил Твича. Королевская битва. Та-ра-та-тан, та-ра-та-та-та-тан. Нет. Никогда. А, кстати, да. Many people ask многие люди спрашивают, what is your favorite feature in Escape from Tarkov? Какая твоя любимая фича в побеге My из Таркуша? Favorite feature in Tarkov, моя любимая фича? Right after the weaponry customization. Ну, не считая, конечно, кастомизации пушек. My favorite feature in Tarkov is arena mode. Это арена. Like the, it will be huge. Арена будет очень крутая. Она будет просто огромная. Будет огромное влияние оказывать. И также будет, возможно, будет киллкам и зрительный режим там будет, скорее всего. Да, и это будет прикольно. Где культисты? Культисты будут бродить вокруг меченых мест всяких. Культисты все так же запланировано. В этом году будет, он будет прям пипец нагружен всяким этот год. Столько всяких фич надо добавить. Very good, very nice. Очень-очень like здорово, очень классно. To, я хочу... Everything will be more stable than it is. Я хочу, чтобы все было более стабильно. Ну и сейчас мы стабилизировали немного эту ситуацию. Я вот сейчас это говорю, а какой-то чувак пишет в чате, что игра просто ломается постоянно, постоянно падает все остальное. Но в целом, да, игра... Ну, мы работаем. Мы работаем. Мы работаем. Just a little remarks on new overweight system. Пару слов о новой системе перевеса. Вы не сможете бегать с огромным количеством лута в ваших рюкзаках. И каждый там рюкзак или там элемент снаряжения будет иметь параметр, называющийся комфорт, комфортность. В нашем инстаграме был скриншот, когда я ходил там по офису и делал фоточки, мониторы, делал фоточки мониторов. Это выглядит так тупо на самом деле. О, чувак, ты не можешь сделать скриншот. Что ты за разработчик, если не можешь сделать скриншот? У меня есть iPhone, я хожу по офису и делаю фоточки. Вот, это быстро. Это не... Слово, блин, долбанное, как его назвать? Это не отвлекает людей от работы.
So, так you saw that screenshot, так что like, да, вы видели скриншот с параметром вот этим, там такое перо, и он будет влиять на ваш перевес и на ваш на ваше перемещение с этим перевесом. And there will be like many many drawbacks and effects. Like we had an idea to actually disallow players to stand up. Запретить игрокам вставать из положения лежа, если у вас нет стамины. Но мы не стали этого добавлять, была такая простая идея, потому что это было слишком жарко. Типа ты настолько сильно устал, что не можешь встать. Ты плак, блин. Хорошо, я специально для этого вышел. А, ну понятно. Хорошо, хорошо. Какой вайб ждет нас? Нежный. Свежий, освежающий. Нет, тут вопросы нет смысла задавать. Нужно на официальный стримить. Как ответить на этот вопрос? Ну, типа, полный, неполный. Ну, я такой достаточно. Такой. Ля, его стрим-снайпер убил, ну, очевидно. Что ты работай. Сидишь, жрёшь. Стрим-снайпер 0-1 меня. Всю неделю худел, сейчас жру теперь, как не знаю кто, как больной. Можно забанить? Никого банить нельзя. Он стрим-снайпер. А, да блин. А, стрим-снайпер. Действительно. Ники Ликс. Ну, пацаны хотят посмотреть ликов. Давай покажем ликам. Так, мы... Я сейчас тут пока все настрою. А что, мне станцевать чечетку? Это музыка, знаешь, да, я? I'm looking extra fabulous today. Я сегодня выгляжу так, красивше обычного. Это шляпа вся. Она у нас находится вот здесь. Потом вот здесь. Потом открываем вот тут. Потом вот так. Потом делаем кнопочку вот такую. Чипень. Вау. Вау. Нихера себе. О май гад. Нихера себе. Сделаю вот так, чуть поменьше. Может, кстати, музыку правильно рубить. Не типа дергать так вот. Да все будут думать, что не вполне адекватный у них главный. А так оно и есть. И самое главное, что самое дебильное, будут все это вырезать, да, и добавлять вот в свои ролики вот, да, эти вот. Вот люди, а? Все люди как люди. Все люди как люди. Короче, you can see. Короче, ну вот, концепты. Я не буду ничего описывать, просто буду клацать, а вы смотрите. Эти картинки будут выложены после подкаста. Ну, я отправлю там архив этих изображений команде комьюнити, и они все это везде запостят. Ну, это концепты атмосферненькие такие. Они должны передавать настроение локации. И мы сейчас вот вовсю работаем над этой локацией. Really hard. Очень тяжело для нас. Hard to do. Тяжело нам ее делать. I think many, many people. Мне кажется, многие. Be exhausted. Многие устанут в процессе. Like, for me, но для меня лично улица Таркова это the key location, like, такая ключевая локация. Signature location of the game. Такая прям передающая основной смысл. Если мы будем делать вот такие вот комнаты вообще пустые. Пустые? Да. То завтра будет готово. Да, завтра будет готово. А что, не работает? Надо... Я спросил ACDC поставить. Поставьте ACDC мне. Поставьте ACDC. ACDC это такая это была. Группа. Ну, в смысле, а что, она еще есть? Ну, в смысле, там живые еще, что ли? Которые там, песни там были. Нет, Highway to Hell, ты сидишь? Дамир, привет. Никита не реагирует на мой коммент в чате. Если можешь передать. Ничего себе, блин. Пацан, видимо, какой-то... В личку, да. Какой-то, ну, такой, центровой. Не, ну, тут, в принципе, Никита, спасибо за игру, а вопрос я читать не буду. Ну и ладно, что, на нет сюда нет, как говорится. Нет, что. Вот, я тут увеличу немножко. I will enlarge this picture. Wow. So, as you can see... Как можете видеть,
We are trying to... Мы стараемся like we do. Делать make все в нашем like стиле. Как делает Battle State. So with a lot of details and с огромным уровнем детализации. Мастерпис! Мне кажется, эта локация будет просто произведением искусства. But I don't know when. Я не знаю, когда она будет. It's so big. Она такая огромная. And so complex. Такая как сложная. Переключить ее? Так. Oh, I like the level of detail on this. Мне нравится вот на этой картинке уровень детализации. Прям, like, прям то, что надо. Я работаю 7 часов в день. Okay, я сделал вот эту вот работу. Можно мне повысить зарплату, пожалуйста? Like perfect. Прям идеально, perfect идеально. Детализация. Идеальный уровень детализации. Чамп вообще самый большой. Окей. Это this is a different types of layout, like the это разные типы оформления помещений. Множество квартир, которые будут на этой локации, потому что у нас будет много абсолютно полностью исследуемых зданий, много квартир, офисов, комнат, которые нам нужно... Да подожди ты, я это тут, не мешай, эй. Так. Я не понимаю, ты стандартным виндовым этим просмотрщиком, какой-то параш. А вот магазин. This is a... Store, like grocery store. Ну, это продуктовый магазин. Next, please. Следующий слайд. Oh, yeah. This is a... Like, the little... little part of the city. Небольшая часть города. Просто небольшущая. Маленькая. Of course, I think not every floor and every... Конечно. Не каждый этаж и каждая комната будет исследуемой, но мы постараемся сделать это вот максимально открытой. И в дальнейшем, после даже релиза, локация будет дорабатываться и расширяться. Ctrl-C, Ctrl-V, так у нас было на этом. На этом. Но потом я все фиксил это. Падики. Вот это Россия. Вот. Россия вот на этой картинке представлена. Это обычное жилое помещение. Вот это какой-то ЖК достаточно серьезный, с квартирами 10 миллионов рублей. А вот это прям вообще элитный. Это Россия будущего. Россия будущего, да. Тинс! Не, мы вообще за Россиюшку топим, мы вообще ребята такие молодцы. Россия! Короче, продолжаем. Еще один концепт. Магазин шестерочка, пацаны. Шестерочка. There is a magazine called magazine. Store called Пятерочка. And we did a. Все в России знают, что есть магазин Пятерочка. Ну и вот у нас будет шестерочка. Кек. As you can see, the architecture. Как можете видеть, архитектура этого прекрасного города будет состоять из. Как из современной части, но также там будут такие старые дома, типа такие деревянные. Также будут там элитные жилые комплексы. И вот это будет не то, что лабиринт какой-то. Да будет. Такая but смесь. It will be pretty dense city environment with a lot of смесь такого городского окружения, ну, городской среды. И там действительно можно будет потеряться. Ни хрена себе Тюмень. Чик. Тут мне нравится картинка, прикольно. Many people ask. Многие люди спрашивают Никита. Меня, Никита, do you have your Instagram? У тебя есть Инстаграм? Такой, да ладно, это уже несерьезно, блин, пиарить свой Инстаграм постоянно, давай, как лох. Не, ну для того, чтобы попасть на Stream Deck, извини, наряжаться недостаточно. Не, ну я тебе могу сказать, что 7 человек подписалось. 7 человек подписалось. Они откуда-то все знают на Инстаграм. Ну ладно, в следующий раз мы обязательно
Many people ask me, Никита. Многие люди спрашивают меня, Никита. Да блин! We will be Я нормальный, я абсолютно нормальный. I'm totally fine. Thank you very much. Is there a possibility for Есть ли us to вероятность visit the посетить небоскребы? Like, we have them here, like the signature, вот они, небоскребы. Signature skyscrapers. Это такой символ. Символические небоскребы. Они не в, на этой локации, но в DLC они будут. О, это мой дом родной. Шутка. Тут мне нравится картинка, прикольно. Да, чуваки, не пишите мне, спроси у Никиты, я не буду спрашивать. Спроси у Никиты, а когда? Мне понравился вопрос. Когда соптимизируете игру? Типа, знаешь, мы ее не оптимизируем никогда. Надо ему билд 16 года скинуть. This is another piece of the city. Это еще один кусочек like, города. We want to make them like blocks. Мы хотим сделать его, ну, из квартала. I'm looking at that and even on the, я on the смотрю вот на эту картинку, location, на этот маленький кусочек локации, like, и мне horrified. Страшно. Мне просто страшно. This is a dentist cabinet. And это actually, кабинет зубного. It doesn't like, differs from real life. И вообще, на самом деле, он не сильно отличается от кабинета дантиста, потому что я был недавно в кабинете дантиста, и одно и то. И дантист такой, да, давайте, проходите, садитесь. Ну, и, короче, так, да. Да, просто шучу, просто шутки. А, не так вот. А, смотри, логотип прыгает. А, мы не видим этого, потому что у нас закрыто. Короче, this is a... Вот что я делаю с людьми, да? Вот идиот. Вот просто вот делаю, что хочу на стримах, называется. Эпилепсия warning. Sorry guys. I'm literally. Сорян, ребята, сорян. Я сегодня просто немного выжил из ума. Actually, like, you can imagine the scale. Просто представьте себе масштаб и высоту этих небоскребов. Просто тысячи этажей. It's just for the atmospheric look. Like, но они evening, просто так, для атмосферы. Утро, вечер, утро, вечер. Еще одна. Просто чтобы показать, передать настроение, настрой вот этой локации. So, this is it, actually. Так что как-то так, на этом все. Заканчиваются лики. I will just forward this. Я скину это сейчас нашей команде комьюнити. Мы, кстати, maybe guys, you should answer me the pretty important question. Да, ребят, может вы мне на вопрос ответите? Can I? Могу ли я play the music on the включать streams? Музыку на стримах? А? Скажите, пожалуйста. Ты прям хочешь? Ну я просто не понимаю. Могу ли я это делать или нет? Yes. People say yes. Люди And говорят да. You sure? Говорят да, братишка. Просто опять забанят нас. Нет, ну... Не за все, конечно. А тут все перестало. Не, пацаны, я не буду кричать. Тут просто пыточно, я понимаю, что тут крики постоянные, поэтому он не отреагирует. Это туфта. Обновить. Как обновить? Реально, как обновить? F5? Тёма! Мне чешется голова, я чешу. Тёма! Как обновить твою вот эту парашку? У меня тормозит она. Она очень медленно работает. Скажи, что я лысый в этой кепке. Мне нравится. Я вообще буду сейчас отходить, как... Вообще... Ты что со мной базаришь? Так ты... Ты что, сука? Нормально не, я у себя не слышал, я же говорю, смотрите, тут...
guys, пыточная look, тут просто все покрыто этими панелями, глушащими звук, поэтому я ничего не слышу. This... Как и они ничего не слышат. Have a knuckle duster in here. Так вот, в этой бейсболке есть такая вот штука. So this is a kind of knuckle duster? Это своего рода такой кастет, которым можно по морде дать. By FAB Defense. Сделано FAB Defense. Вообще, да? Охренеть. Я им еще не пользовался, но походу скоро буду пользоваться. Окей. Steam релиз. Когда релиз в Стиме? Сейчас забанит нас, слышь? Я махнул этой фигней, она сейчас забанит, походу. Фух, не из-за меня. Так, подождите секундочку, они сам... Осуждаю. Они то думают... Мне нужно кое-что сделать. Это пластиковая штука. Это не кастет, нет, это не кастет, это просто пластиковая штука, чтобы укрепить... Кеп-пеп. Кеп-пеп. Это просто штука. Пожалуйста, не баньте. Нет, не надо. Я не хочу в тюрьму. Все, ладно, уже все, стрим заканчивается. Похрен. Следующий стрим через месяц. Будут ли животные в игре? Наверное. Так и сейчас есть. Всякие олени, топористы. А, не надо про топористов говорить. Ты их любишь, уважаешь? Конечно. Что? Надо же людям как-то. Надо как-то людям зарабатывать на хлеб, понимаешь? Object physics. Object physics. Физика объектов запланирована. Но не могу сказать, когда. А, ну что, может, juice time? Давай. Okay, guys, it's a perfect time for us and for you. Идеальное время для нас и для вас, чтобы сделать небольшой перерыв на сок. Сачок — это хорошая традиция, которую мы хотим продолжать. На наших подкастах мы будем пить сок, и сок будет питься нами. Не-не. So, juice time. Итак, время сока. На, стакан. Today сегодня we drink мы пьем... Это не буква R, это буква Я, это русская буква. Apple juice. Это яблочный сок. It's apple juice. So we'll drink apple juice. И мы будем пить яблочный сок, да. А есть вишневый? А нахрен, я его пил уже. Juice time, baby. Ну-ка, а реально, если музыку врубить, она будет играть? Оп. Пошел грузиться Яндекс. О, мне сейчас очень прикольный трек врублю, пацаны. Раз вы говорите можно, я врублю трек. Разлей пока джус. Да, жарко тут вообще, жесть какая-то. Так, новые дымовые скоро будут, там в разработке уже анимировалась еще одна дымовая граната. Воу! На прошлом подкасте говорили. Ты не надо так много наливать джуса, ты че, с ума сошел? Мы столько не выпьем. АСМР-стрим, ребятки, АСМР-стрим. Да, сейчас есть дым. Так, мне смотрите, какие у меня наушники прикольные. Look at my headphones. Oh my god, what the hell is this? О боже, что же like это за наушники? Tactical Transformer shit. Да прям как говно из трансформеров, а не наушники. Так, музон пошел. А он еще не играет, подожди. Мне 27 лет. Слушай, ты можешь проверить музон? Guys, is the music... Ребят, тут музыка тут идет? На самом деле. Наверное, тихо. Нет музыки, говорят. Как музыку врубить? Я забыл. Ты запарил. Да, я знаю, они старые. Как-то тут, да, что-то? Это читы просто. Вот это? Это звук игры. Добавят компас в игру, обсуждалось на что, стримах. Что, пошел музон, на народ? Нет. Нет? Блин, как? Чего тут наустанавливали? Херобор какой-то, а? Как нам музон? Как нам подогреть пацанов музоном? Вот это? О! Сейчас попёрл, наверное. А ты можешь проверить?
Графон постоянно будет дорабатываться. Пошло? И я их, о, в том числе все, ништяк, освещение. Пошло. Давай сок пить. А, за репорт через лаунчер Hellblazer. Да чокайся ты, чё ты татарин? Не чокайся татарин, что ли? Дамир, как обычно, через балаклаву пьет. У нас такой странный стрим получается вообще просто. Это ж, да, я такой, да. Лопа-лоп. We need to drink some juice. Про Steam релиз после релиза на своей платформе. Что, нас забанят? Нет, за что? За то, что Мумузон? Нет, конечно. Вот так вот вообще нормально. Нет, надо как-то более... Позвони бабушке. Чего, позвони бабушке. Играть? Давай. Конечно, может. Это же Дамир. Он все может. Не, мне джуз не предлагают, мне не положено. Я еще не доработал до этого. В списке забаненных там, ну, я не знаю, это нужно уточнять. На основном стриме спросите, может быть, там ответят. Какой смешной. Это шоколадка. А, вот так можно делать. Подожди, я как раз это хотел сделать. Я всю жизнь мечтал это сделать просто. Ну ладно. Не, Дамир не снимался, но отсылка была, да, на него. Я игру выключил, я музыку разгрел. Не, я не комьюнити менеджер, пацаны. Ладно, все. Да все, ладно, послушали, Музон. Привет, Егор Залагин. Окей, guys, it was a short, так, short, да, ребятки, была небольшая перерыв на музыку. Мы продолжим. Please, пожалуйста, оптимизируйте FPS! Игру. FPS, FPS оптимизируйте. А, 715 выпуск был по Таркову, там была отсылка к Дамирке про техподдержку. Не мюзик по Таркову. Так, ну что? Дикил Нидлс. ФПС понижает ФПС, так что не включайте ФПС. У меня есть свой плейлист, да, пацаны, но я вам его не дам. Потому что там руки вверх, там вот это все. А... Да нет, там мой музон в основном. Металл. Там передам, что-то. Передам привет. Вот, Чернобыль, тебе я, привет. That, like, когда мы, как бы, ну, играешь музон, мьютится вот потом, в этот момент. То есть голоса мьютятся, потому что алгоритм определяет, что ты типа... Да, обращайся, Антон. Короче, вот эта шляпа очень тормозит. Вот это вот, что мне дали. А, тут только перевод, да, пацаны. Основные вопросы все на главный стрим, на okay, guys, официальный. Let's continue. Our Q&A session. Так, давайте продолжать ответ на вопросы. From Gather. Есть вопросы от VK.com. Из ВК. The first question is, how are you guys doing? How do you handle the pressure? Как вы справляетесь с давлением? By juice. Соком, конечно. Juice helping us. Juices us. Сок сочит нас. Actually, it's okay. Ну, на самом деле все в порядке. There is many players who support us. Нас очень-очень многие игроки поддерживают. И мы чувствуем эту поддержку. В том числе и большие стримеры, которые играют в нашу игру. И говорят приятные вещи о игре. И это одна из причин, которая поддерживает нас на нашем пути. И мы, ну, счастливы, нам нравится продолжать. If you like, если вы, если вам нравится то, что мы делаем, обязательно скажите нам это, говорите чаще, и это придаст нам дополнительных сил и энергии, которая необходима при разработке. Когда релизнется скоро, австралийские серверы будут, когда вернется время рейдов. Время рейдов вернется к норме, когда мы добавим сервера новые.
если игра будет продолжать расти, это может быть, прям серьезной проблемой. Мы, может, переключимся к старым таймерам на локациях через несколько месяцев. Но сейчас мы рассчитываем, что, может быть, недели через 2-3. Мы сможем увидеть, сколько раз мы попали в игрока. Вы сможете увидеть с новой фичой, с этой, то, который, урон, который вы получили, а не который вы нанесли. Планируется ли, чтобы прицелы отражали солнечный свет? Да, планируется. Планируется полная переработка системы скиллов, умений. Прям полная переработка. Что там с кармой? Карму обещали после 12-го патча, а про карму что-то ничего не слышно. Комьюнити даже не знает, что там будет. Можно немного деталей? Сорян, но мы не можем пока что выкладывать детали по карме, потому что она сейчас дизайнится. Да, она точно запланирована. Первой будет карма диких. Ну, возможно. Ну, карма точно будет, короче. SP-81 flare gun is already in the game files. When we can see it in the game, use it exfils. Сигнальный пистолет уже уже есть в игровых файлах. Когда мы его увидим на серверах? Да, он запланирован. В ближайшем будущем. NVG thermals planned or it's pointless? Yes. Batterizes. You saw in our Instagram. That's a perfect opportunity. Да, на Инстаграме, в моем, ну, в нашем Инстаграме вы могли видеть изображение новых предметов. Там, на последний пост, там скриншот новых предметов, которые добавятся в следующем обновлении, контентном, которое будет, ну, через одно, после технического сразу. И там есть такая зеленая батарея. Эта батарея будет использоваться в фонарях. Light, you know, thing, не в фонарях, которые делаются там из резины, а там в фонарях, которые используются для темных помещений. Ограничение количества боеприпасов на барахолке и так далее. Есть планы, как это как-то пофиксить. На самом деле, вчера я очень сильно увеличил количество патронов у торговцев. Сейчас я могу сказать, что ситуация стабилизовалась. Да, некоторые патроны очень дорогие, но вы знаете, что миротворец... Миротворец, он такой парень. Он постоянно протолкает эти 995-е патроны по очень хорошим деньгам, потому что он такой, любит денежки. When do you plan to implement bipods mechanics? Когда планируете сошки? Пожалуйста, please, please. Никита, пожалуйста, пожалуйста. The bipod mechanics will be in the game. Сошки будут with the machine guns. С введением пулемета. Will there be more and above all stronger weather effects? Heavy rain, snow and storm. Snow will be. Планируются ли новые эффекты погоды? Снег будет в DLC. Right now it's not so prioritized. Ну, сейчас это не такой супер приоритет, погода. Так, тут на русском пошли вопросы, как мне быть с ними? Говорить по-русски или переводить? Попробую переводить. Adding new servers. How, новые сервера. How does it work? Как работает процесс новых серверов? Блин, это сложно. Upgrade the servers. Вы обновляете сервера или покупаете новые? Which problems do you have? Какие проблемы? С какими проблемами сталкиваетесь? Вообще мы обновляем и постоянно заказываем новые серверки по всему свету. Проводим исследования, как, например, я вот прошлой ночью делал, например, чтобы выяснить, какие регионы перегружены. И мы стараемся вот эти перегруженные серверы, перегруженные регионы, предоставлять там сервера новые. И у нас есть команда, которая работает 24/7, чтобы вот добавлять серваки. Мы добавляем, ну, в ближайшее время 8 серверов в Америке и, по-моему, еще дополнительно что-то там. Если бы тут коллега был один, он бы вам точно смог сказать. Мы постоянно добавляем новые серваки. Проблема в том, что оборудование подводит.
Like, there's a constant load on the servers. На серверах like, постоянная нагрузка. Like lags, this, и если вот у вас происходят лаги или десинки, это значит, что серваку like плохо. Что процессор на сервере загружен на 100%. И это, ну, прям не круто. И это плохая вещь, на самом деле. Потому что... Right now for us to balance потому что нам сейчас довольно трудно сбалансировать все эти моменты, чтобы стабилизировать работу процессоров на серваках. Вот почему мы работаем над новой системой балансирования этих серверов, которая позволит запускать игровые комнаты более... Блин, кончились слова. More okay. Более стабильно. Более окей. Cultists. Культисты. Which, what is the status and... Какой статус по культистам? Они готовы, просто ждут обновления или что, или как? Культисты right над ними сейчас не работают. Они смоделены, там поведение и все остальное готово, но они все еще ждут. Но они, короче, ждут следующих обновлений. Они будут только ночью обитать, только вокруг меченных мест. И они будут все такие себя скрытные, тихие. И они будут очень опасны. У них будут специальные эти отравленные ядовитые ножи. Если вас поранили таким ножом, у вас будет, ну, на вас будет наложен дебаф. Это будет своего рода, ну, смарка смерти. То есть вам нужно будет искать антидот, иначе вы умрете. Это будет, ну, короче, будет жестко. Как вы работаете с... Ну, с античитом. С разрабами античита. Есть там результаты или что-нибудь? Конечно. BattleEye работает очень хорошо. И мы очень тесно сотрудничаем с разрабами. Работаем практически по каждому случаю какой-то подозрительной игры. И игра сейчас находится, ну, в нормальном, в хорошем таком состоянии, ну, в вопросах читера. Да, разрабы читов постоянно добавляют какие-то новые читы, но обычно их тоже детектят и банят. И разрабы BattleEye довольно открытые ребята, они честные, и они прям трудяги. Так что, да, молодцы. Привет ребятам из BattleEye. Что-то дофига русских вопросов. Так, причины серверов. Это тоже не хочу. Нет. Should we wait new closed and meaty locations like factory? Ожидать ли нам локации по типу завода, таких закрытых и маленьких? The story is that the lab... Лаборатория разрабатывалась как, really close как такая прям CQB-локация для ближнего боя. Но во время разработки она прям что-то обросла очень сильно и выросла очень сильно в размерах. И мы решили сделать ее полноценной локацией, которая завязана с сюжетом. И да, мы хотим добавить еще какую-то локацию, которая будет прям для такого быстрого геймплея. И она, скорее всего, будет чисто для арены. So yes, we plan to do it. Да, планируются еще такие локации. Why Tarkov keeps the concept? Почему Тарков придерживается концепта о том, чтобы взять игрока, кинуть его в середину боя или там в какие-то такие ситуации? То есть без каких-то там помощников, без отряда, и ты все должен сам изучать. Ну, такой концепт у игры, что тебе нужно все самому изучать. Like in real life, ну, то есть как и в реальной жизни. Идея в том, чтобы у тебя было много-много различных аспектов игры, которые ты должен изучить, чтобы понимать концепт игры, который должен изучать и понимать сам, познавать сам. Чем больше ты изучаешь игру, тем больше шансов на то, чтобы выжить у тебя появляется.
And the game will и игра будет will be improved in that direction. И игра будет постоянно придерживаться и развиваться в этом направлении. Игра будет становиться еще сложнее, еще комплекснее. Но все еще планируются какие-то механики, которые вы можете использовать. Вы можете присоединиться. Вы можете зайти в Escape from Tarkov после обычного шутера, и вы сможете там, ну, некоторые вещи применить. То есть вы сможете стрелять, вы сможете там лутать, базовые какие-то навыки лутания. Но вам в любом случае нужно знать больше, чтобы становиться лучше. И в этом и сама суть игры. Изучая, вы будете становиться лучше. И это как раз таки усиливает и побуждает игрока взаимодействовать с другими игроками. Я разговорился вообще по-английски, да? Охренеть, блядь. Просто. My English is so perfect. Oh, мой английский просто идеальный, мама мия. It's not like only the partying with the players in the game. It's more like cooperating. Это касается не только взаимодействия между игроками вот в рейде, но и в офлайне, то есть в реальности, вне игры. Делать какие-то новые связи приобретать, там, спрашивать в интернете, там, ходить на форумы и все такое. Искать какую-то информацию. На форумах там. И это, ну, это прикольно. Мне нравится эта идея. И Escape from Tarkov. Может звучать. Это может звучать так, как будто нам просто лень добавить какой-то туториал. Нет, это не так. Будет туториал. Такой по основам базовый такой туториал. Он будет в игре, мне кажется, прям перед релизом, скорее всего. Там будет первая локация стартовая, она будет такая, чисто туториальная. Но Тарков такой, что вам нужно всю информацию узнавать самому. Давайте, ребята, становитесь хорошими игроками, учитесь играть. Ёпт. Ну, такая вот фигня. Ну, такая вот фигня. When we should блин, как это перевести? When когда the merch нам store will be open, когда откроется мерч, buy merch. Магазин мерча. Дамир уже нам все рассказал. The merch store is being tested. Тестируется в данный момент. Maybe another couple of weeks. Может быть, через пару недель. The thing is that the initial amount of goods is pretty limited. Суть в том, что изначальное количество товаров будет ограничено. И скорее всего оно все будет раскуплено там в ближайшие часы после выхода. The thing is that the store will be. Но магазин точно будет. So we will replenish it. И мы будем его пополнять. Это снайпер, да. Видимо. Последний вопрос какой-то долгий, я не могу вообще. Нифига, это один вопрос? Да не, это все вопросы. Остальные все вопросы все одни и те же задавали. Так, я переключусь на режим Рош. Ну что, it's almost one and a half. Всего полтора часа прошло, я думал уже часа три. Это так удобно? Эта туфта не работает. Врубайся. Че это? Что? Окей. Так. Окей. Флешлайт. Фонарики, что-то там. FN Scar is being modeled. О, Scar моделится. Will there be a workplace for concept artists in your team? Actually, guys, if you think that будет ли позиция концепт художника, если вы считаете, что вы можете усилить команду BSG, или вы считаете, что у вас есть возможность переехать в Россию, мы можем помочь вам. Если вы будете подходить в нашу команду, вы можете работать прямо здесь с нами в нашем офисе. Так что, да, присылайте резюме. On the address hr@battlestategames.com. На адрес hr@battlestategames.com. We'll see how it will go. Посмотрим, что получится. Come do overtime. Yes. Come do overtime, please.
I will move to Russia and work for free. Я перееду в Россию, буду работать бесплатно. The thing is that you should like be a professional. We don't want to like just. Ну, нам нужны прям профессиональные. Это не так, что мы хотим просто добавить количество людей. Нам нужны сильные сотрудники. Это не семейный бизнес, где нас тут всего 100 человек. Difficult thing to actually run. Это, ну, довольно непросто управлять такой большой командой such game as EFT. И разрабатывать такую игру, как Escape from Tarkov. Skills coming. Yes, two skills. Скиллы, да. Related to hideout. First one, будут скиллы, связанные с хайдаутом. Это крафтинг и работа с убежищем. Эти скиллы позволят вам быть лучше в крафте и быть лучше в получении бонусов от убежища. Hideout. Show microwave. Покажите мне микроволновку. У меня нет микроволновки, как у меня. Actually, we have three microwaves. Вообще у нас есть как бы три, вон там, вон где-то. Но они. Будет тяжко их тащить сюда. Snow map. Battlestate Games need a DevOps engineer. Actually, the DevOps can work. БСГ нужны инженеры какие-то. Distantly. Такие инженеры могут работать на удаленке. Maybe, maybe. You, так что, может быть, напишите по адресу, который я озвучил. I don't have microwaves. У меня нет микроволновок, пацаны. Less loud rain, please. Сделайте дождь потише. На самом деле планируется. Voice chat. Ребят. Every single podcast. Каждый подкаст мы пьем сок. Every single podcast we have a question. Каждый подкаст у нас есть вопросы and, про VoIP. I'm still kind of struggling to все еще борюсь, say something, like, чтобы не говорить, ну, как бы ничего про. Принеси микроволновку. Что такого? Сейчас. Guys, you wanted to. Ребят, вы хотели микроволновку? Сейчас принесем. Guys, все ради вас, пацаны. Все so ради again. Вас. VoIP это как VoIP, только VoIP. I'm kinda. Ну я. Я немного обеспокоен VoIP, потому что он может испортить впечатление от игры. В последнее время я играл в некоторые игры с VoIP, и мне не понравилось, потому что люди просто. Transfer like music through. Просто музыку подрубают через VoIP. Или какие-то звуки дебильные. Speeches and stuff. Или какие-нибудь речи Гитлера или еще что-нибудь. Here you go, microwave. Ну вот вам, пожалуйста. You're happy! You're happy! Вы счастливы, ребята! Вы счастливы! Подогрей мне хлебушка, блядь, подогреть, сука! А хорошая, извини. I'm sorry. Сейчас забанит. Sorry. Жестокое обращение с микроволновкой. Yeah, we will ban as a cruel actions against the microwave. This is. А, USEC не видно. USEC microwave. Микроволновка USEC, да. God damn pussy! So again about the VoIP. I don't know. Насчет VoIP, ну я не знаю насчет VoIP. I don't know. Не знаю. I know that some of you, like half of the people want VoIP. Знаю, что половина из вас хотят VoIP, половина не хотят. Я хочу сделать рации. Рации это круто. И в реальности вы можете любую аудиоинформацию передавать через радио. Поэтому если вы подрубите там какие-то речи нацистов и будете транслировать, это будет норм через радио. Но это не так, что вы бегаете по локации и просто орете всякую дичь через ваш VoIP. Ну не круто. Ты опять ствол взял? Положи лучше, забанят нас там. Забанят. Лучше не брать ничего в руки. Steam Audio. I already talked about Steam. Говорил уже насчет Steam Audio. You know, знаете, starting to ask the same. Вы начинаете задавать вопросы по кругу. On that kind of streams, on our streams earlier. Вам на наши стримы надо заходить почаще, потому что многие вопросы, которые вы задаете, уже были отвечены ранее. Чё? Я уже устал сейчас. Ну мы еще сейчас минут 10 постримим и хватит. Будешь что-нибудь играть?
Давай еще, еще сыграй. Убираю нахрен микроволновку. Никит, кроме за... Will be toxic as fuck. I agree. Buy microwave. Но она вернется. Microwave will return. Fix ladder. Fix make first propane tank installment hit. Mm-hmm. Сделайте make all folding эти, пропан fold. Взрывающимся. Yes, yes. A large caliber rifles plan, such as 338 Lapua Magnum. Yes! Планируются ли even, большие какие-то калибры, там, 338 Magnum или там еще что-то? Да, планируется. Планируется и 50-й калибр, и 338 Lapua Magnum. Но это будет не Barrett, это будет другая винтовка. Yes. Подствольники, да. Will you change game engine? Like, будете менять движок? Нет, мы будем оставаться на Unity. Мы не будем переходить там на Unreal или еще что-то. Будет кошмар, это будет досвидос, если мы это сделаем просто. Кукусики. Это будет полный развидос, да. Flea market offers are getting bugged. I think предложения на барахолке багуются. Many offers, like, это насчет того, что yes, типа про возникает много красных всяких этих предложений. Да, мы работаем. Нет, не добавляйте для нубов подствольники. Ребят, некоторые игроки все еще думают, что подствольники в игре like будут как подствольники в других играх, типа Call of Duty там или еще что-то. Нет, like это будет не, совсем не так. Подствольники будут... будут прям серьезные вещи. Like, это не так, что пум, и like все умерли. Actually, it will be kind of this way. Ну, хотя, на самом деле, все примерно так и будет. Пумы все за кустом померли. Something planned? Yes. Что насчет паркура? Что-то is планируется? Open... Да, планируется. Из open world? Да, мы уже отвечали. Масло для бороды очень надо, дай. Скажи, пиши свой адрес, пришлем тебе масло. Full loadout presets? Yes, it's planned. Пресеты полной снаряги планируются. Почему убрали таймеры для предложений на барахолке? Потому что люди использовали всякие штуки и баги или еще что-то, чтобы покупать предложения раньше, чем предложение становилось доступно остальным. Это было не круто, и поэтому мы убрали это ограничение. Увидим ли мы ППШ? Да, конечно. Offline with raid, with friends. Will be, but офлайн с друзьями soon. Будет, но не то, что так скоро. Микроволновку можно будет слутать? Может Linux. Быть. Linux, чё? Планируется. АК-12 запланирован. English voice lines for the bears. Maybe, английские know. Реплики для биров. Может быть, не знаю. Оптимизацион! Оптимизация. Оптимизацион! Oui! Оптимизацион! Oui! Yay! Oui! Не надо ППШ, пожалуйста. Ну, тебе не надо, не используй. Не используй, да. Напиши ник, мы забаним ППШ для тебя. Any plans for the mutant? Или для планы на мутантов? Будут ли мутанты? For the mutant. I think it was an AKA, like, R15 mutant, like, мне кажется, он говорит про AR-15 мутант, который пользуется like патронами AR от Калашникова. Actually, it's planned. Но вообще на самом деле планируются такие. Багетте! Ой! Of course. Багет, конечно. STG-77 OG. I don't know what's OG. More bullpup, of course. Больше bullpup-овых пушек, конечно, буду. No, могу я увидеть твои ноги? Нет, спасибо. Possible fix starters? Yes, actually. Фиксы по статерам, да. We'll, будут? Like, we are, like, continue to work on starters. Мы продолжаем работать над статерами, над тем, чтобы их победить. Like, но они все еще есть. Like, really, really, но not much left, но их уже не так много осталось, но они все еще есть. И мы работаем над этим, да. Блин, поперло-то. Ой, как вопросов много. Go в доту, блин. Апдит, когда, стробоскопы, багетта, ви, десерт, шикс, СВД, очень, ну, слишком быстро пошло все. Too fast, guys, too fast, I can't read the questions.
Go.ssdal создал. Chicken Prism BUSEC. Claymores. Actually, there will be Claymores. Клеймори будут. Claymores. Ну, мины. Надо, знаете, их делать. Надо специально сделать камеру. Мне нравится, когда они так делают. Они берут делать вот так. Потом вот так. Потом вот так. Подожди, сейчас. Вот так. Еще надо. Вот так. Еще. Так. И вот сейчас я все. Actually, the claymores will be added in the game. Да, мы добавим, короче, мины. And you know, claymores doesn't work like you. Но вам надо понимать, что клейморы и такие мины работают не так, как вы думаете. Они... Это, короче, мина с детонатором. Возможно, там будут какие-то сенсоры или растяжки или еще что-то, но вообще клейморы, они пользуются детонатором дистанционным. Мина направлена на действие, не фугас. Okay. Итак. You guys are the best. Thank you very much. Вы, ребята, крутые. Спасибо большое. Отойди от клавиатуры. Я вообще-то не с ней, она вон лежит. No tripwire. Tripwires will be in the game. Растяжки будут. Get better sensitivity. Опять. Пользуясь моментом, пока вы все пишете, я прорекламирую свой Instagram. Интересно, сколько сегодня людей, ну, меня навалит? Я проверю. На самом деле немало. Всего 300 человек. Да, все тогда заканчивается. Так, пацаны, быстро побежали, подписались, ребятки. Видимо, давайте бегом. Потому что, видите, они расстраиваются, сейчас стрим выключат, нафиг, если не подпишетесь. Благодарят за новые сервера в Южной Африке. Замена серверов ланчер ничего не дает. It's because of ping. Блин, я уже начинаю переключаться. Из-за пинга, что пинг слишком большой. И автоматически отсеивается все это. What about lore? The lore, like the lore part will be implemented. История. The part will be implemented with storyline quests. Лор и все остальное будет расширяться вместе с сюжетом. Add to the maps, please. Добавьте рейдеров на локации, пожалуйста. Рейдеры будут в качестве ивентов на других локациях. Не знаю, когда, но будут. Do you need a QA engineer? Yes, we need a QA engineer. Вам нужны тестеры, но они нужны здесь, в офисе. Да, нужны. Will grenades get fixed? Будут ли пофикшены гранаты? It all depends what bugs. Все зависит от того, какие баги, что там с ними. Doesn't interchange need more extractions? Yes. Развязки нужны новые выходы. Да, будут новые выходы. The next patch, like возможно, в следующем обновлении контент будет. Visual overhaul in terms of lighting. Будет переработка освещения и развязки. Добавим новые выходы. Alarms. Там сигнализации в кибу. Так что будет прикольно. How long until full release? Сколько до релиза? Не могу сказать. Brazilian servers now. Нужны бразильские серваки. Да, запланированы бразильские серваки. Пу-п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 у
Про нормальное время я уже говорил, пацаны. Бананчики достаем из ушей. Ну, может, человек-то пришел. И что, я буду повторять для всех, что ли? У меня уже горлышко болит. Когда будет маскировка оружия и удален сразу же коммент? Непонятно почему. Модерация. Анимация лежания на спине. Ну, как вот в DayZ не будет пока, но мы планируем. О, во-во, советики. So. Пупи-пуф алайв, пацаны. How to action. Как остановить чат, мазафака? Как остановить чат? Тут чел прикольный коммент написал. Я не знаю. Is there a possible way to... Был перевод. To stall the chat from scrolling? Because... I saw pretty, pretty neat commentary. Был классный комментарий, но что-то не могу его найти из-за того, что летит очень быстро чат. Пипец, я не могу. Не могу, я вообще не могу.
все, мне все проскроллили. Простите, пацаны, по-одесски не очень, не понимаю. Дамир стреляет в бочку, нормально. Бочка, дурак. Вайп скоро. Да, походу нужно слоумот врубать. Но уже на самом деле, so guys, the thing is that we kinda. Ну мы тут немного. It's almost 2 hours. Уже почти 2 часа сидим, стримим. Talked actually about many. Обговорили уже много всяких вещей. Косяк, баг нашел, ага. Так что. Next time I think в следующий раз мы чуть больше подготовимся еще получше с точки зрения ответа на вопрос, потому что чат летит просто безумно быстро. Всем спасибо, что пришли. Спасибо за вопросы. I think the next live podcast следующий подкаст with myself со мной will be with the streamers, будет со стримерами. И мне кажется, он будет maybe even on the next week. Может быть, даже на следующей неделе. There will be some really famous там будет guys, прям очень, будут очень известные пацаны. И мы поговорим о user experience. The next live podcast like this will be with the feature showcase, I think. На следующем таком подкасте будем показывать новые фичи. Так что не забудьте подписаться на канал Battle State. Подписывайтесь на все. Будет еще много интересной информации. Ну и чтобы завернуть сегодняшний подкаст, скажу пару вещей. Во-первых, спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами. Так много новых лиц. Новых эмоций, которые я постоянно вижу на стримах, на видосах. И это очень круто. Much love for you guys that you're like some of you struggling with the current overloading issues and some bugs. Мы с вами, с пацанами, которые страдают от перегруза серверов, потому что мы тоже от этого страдаем. Nobody can actually like understand and feel. Я понимаю вас как никто другой. It's a beta. It's a beta, guys. Like, это, it's ну it's и как бы в свое оправдание сейчас скажу, что это бета, пацаны. Что-то. You still need to test things out. Нам все еще надо все там протестировать, пофиксить все. And, да, ну как бы, ну бета. Don't be so mad. Ну вы там like, не злитесь. You know, все будет пофиксено. The old-timers, like the veterans, ветераны игры NFT knows, знают, we что are мы doing right, работаем все правильно, работаем и развиваемся. И рано или поздно сделаем все то, о чем мы говорили ранее, что мы анонсировали. Рано или поздно все будет супер классно. Ну, мы постоянно боремся со всякими багами, постоянно что-то фиксим. Так что да, как-то так. Ну и последняя вещь, которую я хотел бы сказать. Мы... Спокойно. We will have a lot of new cool stuff later this year. У нас будет в этом году еще много классных штук. Some of the features will be некоторые фичи будут game changers for sure. Будут менять игру основательно. And some of the features definitely will be controversial and will require. Некоторые вещи будут спорными, и нужно будет протестировать и прислушаться к вашему мнению. This is it. Ну, как-то так. That's what I wanted. Вот что я хотел сказать сегодня. So thank you for watching. Спасибо, что смотрели. Enjoy your weekend. Наслаждайтесь выходными. Удачных вам выходных. And и I will actually. И я ща. Что-нибудь врублю. А вот это вообще трек. I like it. I wanted to play a track for you guys. Like, ты тут. I listened.
Да, пацаны, вам тоже спасибо большое. Приходите. Какие токсичные комментарии? Там удаляют, но я их не вижу все равно. А чё? На наши любимые темы? Научись играть. А, научись играть. Ну, тоже тоже с вами еще в Таркове играть. Увидимся, пацаны. Очень сложное название у группы. Very Hard Producer Name. Взаимно, взаимно, ребят. Спасибо, что пришли. Да, Пупи Пуф Алайв, пацаны. Запомните. Такой вообще Тарчанский сейчас, он забубенит, пацаны. Да, было бы здорово, но посмотрим. Посмотрим, как будет. А то кто ж еще Пупи Пуф будет переводить-то? Ты тоже так, не это, не это там. I'm so toxic. I'm so toxic. Oh my god. Ну что, последним. The last musical intermission. Let it be kinda outro for today's podcast. Ну и вот, типа, песенку, чтобы завершить. Никитошка. Меня зовут Никитошка. А это чувачок. Дамирка. Дамирка. And we... И мы... Are... Есть. Same. Мы прощаемся с вами. До следующего подкаста. Ладненько, ребятки. Всем пока. Всем спасибо, что были здесь. Ладно, оставлю пока трек. Послушайте.